Основной задачей является оказание помощи секционно-гибридному центру «Вихра» в уборке урожая 2024 года на безвозмездной основе. Также оказываем помощь по перевозке зерновых культур, а также по перевозке имущества сельского хозяйства. Часть военнослужащих, принимающие участие в уборочной кампании, уже второй или третий раз принимают участие. Аграрии отзываются крайне положительно, говорят о том, что с поставленной задачей справляемся на хорошо.